Все, они там что-то стоят. Не знаю, наверное. А что вы там застряли-то? А нас записывали там. Да, так надо было, да? Мы вот заявление писали. Сейчас нас не принимают, там зашли в, как это, канцелярия, да, называется? Или что? Канцелярия. Там дела валяются. 303-й кабинет сбоку. Полный швах. А мне говорят, я вас не ознакомлю, потому что все ушли охранять церковь, нет, никого нет. Там гаишники церковь охраняют. Мы же только что оттуда вышли. Вот я тебе говорю. Участковый. Вы у нас приходили в июле, 29 июня вас вызывал некий полковник Васильев Владимир Эдуардович. Аркадьевич. Аркадьевич. Ну, у нас заявление принимали от нас, да, от него, да. Вот мы сейчас по материалам ознакомимся. Мы хотели ознакомиться, а нас не знакомят. Мы сейчас заявление на ознакомимся. А где сам Васильев? Там он Васильев на пенсии. На пенсии? А давно? Ну, вы подождите, мы с вами с отделом полиции общаемся, смотрите, у нас здесь ведется. Почему вы убегаете, да? Если свидание закончилось. Нам материал сначала знакомится. Я материал проверку не проводил. Вам это быдло надоело, так и скажите, быдло, идите отсюда. Я материал проверку не проводил. Не мешайте жить человеку, на работе. Сотрудники полиции, смотрите. Давайте сначала, как к вам обращаться. Вы можете подойти сюда, товарищ? Да. Когда дверь открыта, человек на часы смотрит. У нас вопрос. Дает другой знак. Нас удерживают 3 часа на праздник. Вы тогда были свидетелем всей этой ситуации. Мы вызывали полицию, когда там флаги были. Помните, неправильно. А можно, чтобы не участковый? Приехал полковник Васильев. И нас там удерживали более 3 часа. Знаю, часа. Вас там, в том числе тоже отвлекали от повседневной работы, я имею в виду сотрудников полиции. Вы у нас принимали заявление, например, в том числе материалы какие-то собирали по приказу вашего руководителя, да? Правильно? Идите заявление. Вот нам нужен Василий, либо ответственный, либо кто-то, кто нам разъяснит. Сейчас он выходит, если к вам. А, выйдет уже. Конечно. У вас не принимают заявление, что ли? Меня приняли, но я не хочу, чтобы участковый занимался. Я 1000 раз за ним обращался, и все бесполезно. А что у вас за проблема? У меня хулиганят соседи сверху, выживают меня. Специально, как вы думаете? Специально выживают? Какие соседи? Сверху, снизу? Сверху. А как они могут вас выживать? Как вышел, то сначала они хулиганили, стучали. Стучали на меня, это не действует. Они что-то курят постоянно. Ну, они курят не просто дым, он с чем-то смешан, химия. У меня начинается раздражение, отек слизистых. Дома, наверное, я слышу даже, где они это делают. Они начали пачкать окна. Вот сегодня, например, я принесла заявление, вчера испачкали фекалиями. Слышат я дома, швабры свешиваются. Да, швабры свешиваются через балкон. И тряпкой водят, да. Плохие мальчики, сколько им лет-то вообще? Не надо издеваться. Нет, сколько, может, малолетки какие-то? Нет, молодой человек лет 35. О-о-о, взрослый ребенок. Я вот грязь сфотографировала, но я... Сейчас, давайте закончить, женщина, перебивай. Не уловила момент, когда он шваброй этой водил. Я не успела. Я телефон взяла, но он уже ее убрал. Да, можно в комнате, да. И сколько раз писали заявление? Я в течение с 2001 года сюда обращаюсь. Я периодически, я даже уезжала к тетке, не жила в этой квартире. Мы сейчас подшли, да? 29 июня это было. 2018 года. Вот. Пришли мы в управу обратиться к заместителю, ну, либо к Смирновой. Талончики дали. Управа, спасибо. По поводу этого ситуации, ну, происходит на тротуаре, то есть там с ПДД связано было абсолютно, то есть это несколько должно заниматься. То есть, приходит в итоге участковый, мы вызывали участкового, потому что мы еще там нашли нарушение в управе, предположительно, да, там неправильно флаги были. Я понял. Начали, да, далее. Приехал участковый, мы начали ему обращение делать. Писал он с наших слов, там, да, или как это все происходило. Делать. Дальше приходит Василий. Нас там начинают удерживать более 2 часов, почти где-то 3 часа. Какие-то там мелкие хулиганства он нам начал менять. Не представ... Ну там море нарушений, все, в принципе, в YouTube есть 3 частей. То есть более 3 часов нас удерживал. Мы писали на него жалобы, конкретно вот Андрей Викторович Орел в том числе, да. Участковые все эти материалы принимали, нас как свидетели там участковые опрашивали, все остальное. Ни материалов, ни ответов, ни приветов. Я поясню очень важную вещь, что дело в том, что Владимир Аркадьевич Васильев в рамках некого повода к возбуждению какого-то производства, не уточнял какого-то,
он отбирал у посетителей управы Марьино объяснения. Мы хотели бы получить ответ, где эти объяснения с персональными данными, в рамках какого производства они сейчас содержатся, может быть, возбуждено какое-то и уголовное дело. Мы беспокоимся. Я являлся на тот момент представителем посетителей и заключил с ними устное соглашение о предоставлении юридических услуг, и после чего они мне выплатили по 10 тысяч рублей каждый. Повреждение машины, осмотр. Я их консультировал. Осмотр машины, повреждения. И вот сегодня мы пришли для получения ответов. Мы хотели бы задать вопрос непосредственно самому Владимиру Аркадьевичу, но я уже получил информацию о том, что он не работает. Я уже сказал, что все, мне же уже объяснил участковый, что он ушел на пенсию, может быть, да. Да где эти материалы содержатся, что с ними, какая судьба проведена? Мне уже отказали в ознакомлении, мне сказали, что если есть личный состав на охране церкви, мне отказали в ознакомлении. Вы обратите заявление, отразите все. Я обратился за заявление, чтобы привлечь сотрудников, которые мне отказали. Костя, а у вас ответственность не отказывал? Как это не отказывали, когда только что отказали? Дежурный может связаться с ответственным. Ну, ваши там компетенции. Вот дальше майор отказал мне лично, сказал, что все охраняют церкви. Нет, заявление не может отказать. Да не заявление, ознакомление. Ну вот как вы сейчас поднимались на третий этаж, где у вас там материал дел валяется? Кто заявитель? 303 или какой-то? Все заявители были. Я нет, все это понятие растеряно. Поэтому конкретное лицо обращалось с заявлением, которое по заявлению было зарегистрировано, получил талонное уведомление с номером указанного заявления. Как вы можете получить талонное уведомление? Мы ему предлагали. Сейчас, если вы не получили ответ, то вы можете разобраться, сюда прийти, да, с талонным уведомлением, то есть найти ответ. Мы на месте писали, у нас нет талонного уведомления. У меня вообще данные мои переписывали на А4 листок, просто на пустой листок, мои персональные данные. Паспорт, зашел, все, все, все. Ну да, вот этот участковый, он там, можно сказать, несчастно обстреливался за Васильева, вот эти вот непонятные приказы, как я считаю вообще. То есть 3 часа предлагали Васильеву проследовать сюда в дежурную часть, настаивали, давайте все придем сюда, зачем вы правильно цирк устраивали. Он отказывался категорически, вот мы пришли сегодня, выяснили, что у нас... Там давил на нас морально, да, там всякие вот, то есть то, что и хулиганство какое-то явно здесь возможно, может быть. И вообще здесь непонятно, что происходит, да, он, по-моему, сказал бы правильно. Он говорит, я не понимаю, что здесь происходит, почему все с камерами. То есть, ну, там же большинство журналистов у нас сегодня, в принципе, там кто-то... Вы сейчас вот пришли сюда, да, в отдел, вы кому-то... Нет, вы смотрите, подошли, я пришел... с какой вы целью, почему вы все с камерами? Я подошел. А мы должны сказать, что мы с камерами... Но вы пришли, как бы... Дальше майор, я обратился, он мне отдал. Сейчас я на него заявление написал. Смотрите, мы пришли до этого втроем. Вот я, Юрий Александрович Васильев, вы знаете, местный житель, и представитель вот, Марковкин Александр. Мы пришли совершенно по другим материалам, нам тоже не могут ничего понять сказать. Ну, требовать от дежурного, оперативного дежурного, как бы, чтобы он вас ознакомил с материалами, это не совсем его компетенции. А нам не надо с ним ознакомиться. Вот если касается нас троих, мы пошли наверх. На третий этаж попали к девчонкам, которые обедали, да, но они уже закончили обедать. А, зашли, там, честно говоря, не очень комфортно находиться, там везде материал дел на земле, на полу лежат. То есть это тоже, я считаю, как не очень. Не хочется. Вот. Но они нам тоже не смогли ничем помочь. То есть они говорят, мы не можем сейчас найти. Потом пишите заявление, да. То есть, Саша, напишите заявление, соответственно, отразите информацию. Было одно заявление. Сейчас нужно второе заявление, чтобы нас ознакомились с результатом первого заявления. Да? Потом нет, подождите, еще... вы сейчас пришли и говорите, что вот ознакомьте нас тогда-то, тогда-то. Мы тогда-то писали, конкретно у вас нет номера заявления, что это когда, и сейчас это надо все поднять, соответственно, и каким-то образом найти. Четко отражаем информацию в заявлении, соответственно. Все, что помните, да, отразили. Все будет найдено, значит, с инициатором. Свяжемся и пригласим их все. Подождите, мы потратили свое время. Уже я пришел по ходу вошел. Я первый раз слышу о том, что вы связываете. Ну так вызовите участкового вашего подчиненного. Участковый сейчас несет охрану общественного порядка. Он здесь. Он только что зашел с врачом говорить. Он здесь. Вы же даже меня, получается, не слушали. Вот тут, товарищ майор, я со стороны смотрю, да? Как вы, офицер, взрослый человек, не зная информации, гражданин говорит, позовите участкового, вы сразу говорите, его нет. Вы точно уверены, что я точно уверен, потому что ко мне он не приходил. А гражданин уверен, вот, что он здесь. Вот утренний, с которым я дежурил. Он же знает, что говорит. Он с ним 2 минуты назад разговаривал. Хорошо. Тогда давай вам приходим. Нет, ну
значит, у нас с 6:30 сегодня на всех храмах дежурят сотрудники. Я понимаю. В том числе старший участковый майор полиции Медведев Александр Викторович, значит, на большом храме нес службу. Сейчас он должен, но пока я его не видел. Вот поэтому говорите. Да тогда скажите, что вы не знаете его. Вы не знаете. Они говорят, что его здесь нет. Вам все подсказывают. Вот он, кстати. Не христианский. Там все вот он в дежурную часть зашел. Потому что он... Вот, позовите его. Вот, да, он оказывается здесь. Посмотрите, какая ситуация. А он оказывается не на дежурстве. А потом, получается, милиция врет у нас. Милиция не врет. А что милиция сделала? 100% не знаете, а зачем мне правду говорите? Я. Значит, граждане, по поводу заявления, да? Которые конфликтную ситуацию в управе. Не получили ответ они, якобы, да? И сейчас пришли разбираться с целью добиться правды. Что вообще судьбу вообще не судьбу. Вы помните, вы отпирали? Ну да, держите, задавал еще. Потом не забыл. Подышим. Нет, у меня есть смысл, что вы можете скрыться. Ну, вы же участвовали в этом процессе. Вы видели. Так, я понял. Сейчас мы, значит, цирк не будем мы устраивать. Значит, сейчас конкретно какие у вас вопросы. Нет, вы говорите, что мы устраиваем цирк. Да. Какие у вас конкретные вопросы? У меня конкретный вопрос. Где Васильев? Если он был в чем-то неправ, то кто его привлек к ответственности? Дисциплинарный, там еще в другой. Какая судьба вообще вот этих всех объяснений? Да. Материал. Нас огромное количество людей удерживали в помещении. Он давал команды там, да, нас не выпускает. Пригонял туда несколько раз экипажа. Это в тот день, когда, по-моему, там усиление было. То есть экипажа, мы даже я его упрашивал, говорил, что Владимир Эдуардович, да, я нет, Аркадьевич. Я говорю, отпустите экипаж, что вы их здесь держите? Мы с вами вместе проследуем в ОВД. Он говорит, ну ладно, езжайте. Ну вы же участвовали в этом всем, вы были там. Я понимаю, что вы сейчас подчиненный вам здесь, но вы уже видели всю эту абсурдность. Вот прошло полгода, я хочу понять, что произошло, почему пришел подполковник Васильев, устроил там непонятно что. Но когда у нас мирно был процесс, да, процессуальный с участковым, мы писали ему обращение по поводу управы, да, там, то есть, вот, совершенно никакого не было там. У нас же не было никакого конфликта. Нет, вообще пришли. Так, я могу ответить, значит, так, я понял ваши. Я не понимаю, вы что мы можем сделать на сегодняшний день? Сейчас напишите заявление, значит, укажите все ваши пожелания, требования, значит, и, соответственно, ознакомить. Значит, майор, мы полгода назад написали заявление, и мы не знаем, нет, что с ним полгода, произошло. Полгода назад вы написали заявление по факту произошедшего конфликта. Да, нас никто не уведомил, что с этим делом, кто занимается. Занимается по каждому заявлению. Сейчас очередной раз полгода мы будем писать. Значит, заявитель направляется ответ письменно на обвинение. Не направляется. Вот видите, сколько здесь людей стоит, которые практика не направляются. Практика показала, что Марина нас скудно обучает на цикл. Мы думали, Василий, кстати, здесь на месте. Понимаете, он бы, наверное, разъяснил и сказал, что там и как. Отказано или не отказано вообще. Я говорю, у меня участковый, это ваши подчиненные, может быть, уже бывший участковый. У меня участковый отбирал данные как свидетеля на обычный листок А4. Переписывал. Там не было своего статуса. Туда, ну, даже да. То есть я даже не понимал, в чем суть. Он говорит, мы еще пока не знаем, может, что протокол здесь происходит. Я вам советую зайти на канал движения, посмотреть просто полковник. Владимир Аркадьевич искренне уверен в том, что повод, есть какой-то повод, на основании которого можно отбирать объяснение, не возбуждая никакого производства, ни административного, ни так далее. Мы хотели бы получить сегодня, но и сегодня все собрались. Все свидетели, там многие из присутствующих свидетели этого. Я прошу вас разобраться именно сегодня, когда мы здесь присутствуем. Там у вас на третьем этаже есть канцелярия. Здесь хранятся бережно, я в этом уверен, все эти документы. Хранятся бережно. На основании 707-го приказа МВД граждане имеют право знакомиться с материалами служебной проверки, заявители, у тех, которых отбирали объяснения. Какая судьба? Мы нервничаем. Мы хотим сегодня перестать нервничать. Не надо нервничать. А для того, чтобы мы перестали нервничать, мы должны визуально убедиться, что все в порядке, никто из нас не будет привлечен к ответственности, либо мы уже привлечены, назначен какой-то штраф и так далее. Давайте не откладывать. Мы сейчас напишем заявление, это будет 30 дней. Мне сегодня с города Щербинки еще раз нужно будет приезжать. Это не будет 30 дней. Я являюсь начальником отделения участковых уполномоченных, соответственно, значит, пройти с вами в канцелярию и поднять там все, потому что за полгода, как бы, да,
это не в моей компетенции, поэтому вы обратитесь с заявлением, соответственно, и сейчас я этот вопрос постараюсь, значит, уже... Мы можем ожидать, секунду, да. Либо, может быть, наоборот, проведена служебная проверка, и Василий, подполковник уволен с позором, например, да? Так, тоже вариант, как нас тоже устроит. Что мы граждане добропорядочные, ничем не... Вообще, житель в районе, вот я житель района, я имею право интересоваться, вот, что судьба его? Он по собственному желанию вообще ушел на пенсию? Вот, мне сказали, на пенсию он ушел, здесь ваши коллеги. Они будут... Или его ушли, как бы, да, или как? После этого инцидента. Или он ушел добровольно... Причем здесь этот инцидент, который был 20-летний? Нарушали права граждан или при чем? Подождите, нет, вы так говорите, что это было 29 июня. Да. А ушел на пенсию буквально. Так проверка ждала. Мы хотим выяснить, человек ушел, не стал ни сего. Человек живет рядом, все прекрасно. Я вам говорю, что я не компетентен отвечать на эти вопросы, как бы, и объяснять, значит, почему ушел мой вышестоящий руководитель, понимаете? Давайте остановимся все-таки на наших... Поэтому лишние вопросы мне задавать не надо, не входит в мою компетенцию. Хорошо, вызовите сюда ответственного. У меня еще вопросы ряд по нарушению в отделе полиции будут. Вот это же не ваша компетенция. Нет, не моя. Вот если есть возможность, у вас... Товарищ майор, а вы должны жетоны носить в данное время, нет? Ну, в данное время жетоны не нужны, но если вы хотите, я могу представить. У меня с тобой служебное удостоверение, я нахожусь сейчас на рабочем месте. Майор полиции, Журавлев Александр. А вообще по закону должны как бы носить? Мы на охране общественного порядка обязательно одевают сотрудники жетоны с указанием номера. Сейчас я приглашу, значит, ответственно, какие-то вопросы, если можете задать, я сообщу, значит, руководству, что вы у нас находитесь. Александр Анатольевич, Александр Анатольевич, а еще можно, вот у вас вопрос, вот эта женщина неоднократно пишет заявление, что ей хулиганы мажут окна фекалиями, одни и те же. Можете взять как на личный контроль, она вот только сегодня написала заявление. Как ваша фамилия, простите? Ну, подойдите сюда. Какой у вас адрес? Братиславская, 15-2. Рубин Евгений Васильевич неоднократно обращалась с заявлением. Нет, я вообще тоже. Ходила лично на прием, было что по два раза в неделю, в течение почти года. Мы написали заявление. Получившееся заявление получаю я и расписываю их на участковом. Поэтому изучу. Все, спасибо. Я к вам как раз хотел 22 рублей идти. У вас прием. А что вы не прошли в кабинет? Здесь для граждан специально. Чего вы в коридоре здесь стояли? Все проходят коллеги, ваши смотрят, не поймут, что происходит. Дело в том, что когда приходит проверка из главка, вот как раз нам показывают, что приходят сюда граждане, их там принимают. Я тебе рассказываю, когда приходит проверка, я в качестве проверки прихожу. Вы можете да, литература, как бы, приемные дни, а там, сейчас не прием, и там питьевая вода для граждан тоже находится. День приема, как бы, вопросы. Я точно знаю. Подождите, а здесь написано, что это единый день приема. Комната приема граждан. Подождите, вы немножко путаете, что заявители, которые обращаются к нам с заявлением, соответственно, вот они пишут заявление. Нет, подождите, не надо путать. Как? Что слышу? О чем слышу, о том боюсь. Смотрите, что полемику не устраивает. Нам ответственны, он нам все разъяснит, я думаю, все знает. Нет, мы вас возьмем на проверку, вам откроют эту комнату, покажут, как все красиво. Что приходите в любой день. Здесь тем более он делает. Там даже кулер стоит с водой, которую можно чуть-чуть. Скажите, товарищ майор, ослепить хочется. Что, есть ли? Есть ли? Простите, я специально принесу. Спасибо большое. Я просто спросил, не надо, спасибо. То, что плюнут, тебя. То есть вам мажут, извиняюсь за выражение, говном окно, и никто за это не несет ответственности, да? Хотя все знают, кто это. Мне сегодня сказал, я выезжали два мужчины, двое. Я спросила, я волнуюсь, извините. Вот. Он говорит, а что вы, помойте окно и все. Это сотрудник полиции. А может, сам пусть помоет? Вот выезжают непосредственно, дежурные. Да. А вы им не предложили помыть окно, да? А то от них просто, ну, я вот по вашим словам сужу, что пользы от них особо немного, пусть хоть окно моют. Никакой. В ответственности, да? Оксана Александровна, смотрите, давайте начнем тогда сразу с информационного стенда. Да, спасибо, я вам подождите мне здесь на информационном стенде начальник отдела полиции. Ни графики, ничего, то есть пока не владеют. Ну, это отдельная история. Телефон доверия, телефон собственной безопасности. Изменение после ремонта и кстати, оформление. То есть это ремонт? А что это такое? Вот, смотрите,
Ну это же элементарно. Скажите, пожалуйста, да, у меня вопрос. А вот это что такое? Госуслуги, то есть благо. Подождите, а как оно здесь оказалось? Ведь у вас ремонт. Потихонечку вывешиваем, что нужно. Подождите, вы хотите сказать, что начальника или телефоны службы собственной безопасности, для этого надо неограниченное время. Я правильно вас понял? Нет, что вам помешало? Это вывесить вам не мешает. А вот те вещи, это мешает. Это халатность называется. Скажите, пожалуйста. Ну просто я не знаю, как вот, допустим, имя отчество потом посмотрел, вот смотрите, вы молодая девушка, да, и несколько красивая, и все, да, все. Ну, понятно. Вот скажите мне, с вашим зрением, я думаю, вы на ВК проходите, поймите. Прочитайте, пожалуйста. Вот мне, как человеку, а если мне со зрением, прочитать вообще график, когда у вас сегодня прием. Я, насколько знаю, у вас сегодня прием. Вот я попробую. Я без очков, во-первых, не вижу. Во-первых, кимоно, да. Лампочка. Можно у вас, вот, как вы независимый человек, да, вот, как житель, вы житель с вами? Да, да. Вот здесь, прочтите. Вот со стороны вот стула можно что-то прочесть вот на графике? Не знаю, что. Ну, мы тогда близко будем. Без очков можно не вижу? Вот смотрите. Оксана Александровна, да, да. Вот не видит женщину. Нет, женщина, ну это будет в очках. То есть очки, подзорные трубы. Нет, здесь вот Евгений, еще просмотреться. Вот, нет, ну здесь вот госуслуги, здесь отправь смс. То, что такой вот ремонт у нас тут был, похоже. Я просто думал, вот так дополнительно. Что нам на входе? Вы запомните? Дец какой-то. Мы зашли, нам на месте, где проводят осмотр, не представились. Постовой при входе возле калитки. Ограничения от граждан, потому что тут к вам попасть, нас там осматривают карманы, все это там, рюкзак, все, ну вдруг мы там какие-то террористы. Но не все. Человек не представился. Закон о полиции никто не отменял. Статья 5, пункт 5, да, у нас. При обращении к гражданам... Вот ты вообще не проходил досмотр. Я вам сейчас устно говорю, вы же не можете, я же не человек. Зафиксировал. Да, вот смотрите, я сейчас говорил про себя и про двух своих коллег-жителей. Далее, вот сейчас другие граждане сами расскажут, представился ли им кто-то. Потом у нас здесь дежурная часть, естественно, сотрудник у вас находится с бейджем, но он, соответственно, не представился, когда мы обратились, потом к нам ознакомиться надо было с материалом. Ну, вот, материал проверки. За 2016 год, да? Да. То есть написали заявление. 16-е лето закончится обед, прошлого, поднялись на третий этаж, у девочек при входе находятся дела. Все это зафиксировано. Кстати, фиксация была. Фиксировано. Я им задал вопрос. Говорю, девчонки, здесь есть персональные данные или что-то, что в том числе и мое может быть, я что же могу заявить? Они говорят, нет, это какие-то акты, еще что-то, там дела. Я не специалист, у вас не... там на полу валяется, вот адвокат присутствовал в этой ситуации, там были материалы. Далее, нам не предложил никто пройти вот в эту комнату. Нет, даже когда мы приезжаем с проверкой, с главка, нам предлагают и пройти, и воду, и... Все, нам никто ничего не предложил. То есть, как мы здесь на месте написали заявление, пошли знакомиться, спустились сюда, вышли начальник участковых, я так понимаю, Александр Александрович, да? И он нам сказал, что это для граждан. Для граждан. Но не для заявителей. Да, вот мы немножко не поняли эту ситуацию. То есть это что там за комната? Сделали, но у вас приятное помещение, приятно находиться, я не спорю. Но мы хотели там все вместе с ним поговорить, чтобы не здесь с вами даже сейчас стояли. Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Он нам четко и доходчиво объяснил, что это не для нас. Поэтому, когда вы нам послушайте, когда вы нам предложили туда пройти, Евгений, для того, чтобы вы не нарушали, остановил вас. А как-то, так кто тогда нарушил? Или вы нарушаете, проводив граждан в эту комнату, или участковый, старший участковый, который не допустил граждан в эту комнату и сказал, что это не для граждан. Давайте разбираться. Вообще, мне вот разъясните, как гражданин, для чего эта комната? Здесь для граждан. То есть, ну, для чего? Чтобы я там заявитель является, или что они там знакомы? Мы правильно делаем сейчас, что мы стоим вот здесь, послушаем. Мы должны здесь с вами стоять разговаривать. Или пойдемте. Не будем мешать гражданам. Это заявитель. Мы им мешаем с вами. Они пришли не наш разговор служит, они пришли по делам. Давайте зайдем и не будем гражданам мешать. Вот с этого начнем. Пойдемте нарушать дальше. Ну так как про КПП уже говорили, тогда я продолжу по поводу КПП.